Всем привет! В этом видео я покажу, как создать загрузочную флешку с операционной системой Windows на Android смартфоне. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Проблема с загрузкой операционной системы может появиться внезапно и в самый неподходящий момент. И как всегда под рукой нет загрузочной флешки или диска для восстановления системы. Но вы забыли, что у вас в кармане есть почти полноценный компьютер в виде смартфона на базе Android, который может помочь создать загрузочную флешку, с которой можно восстановить операционную систему на ПК. Если ваш единственный компьютер или ноутбук не загружается и в результате нужно восстановить или переустановить систему, этот ролик будет вам полезным. Далее в видео я детально покажу, как создать флешку или карту памяти с Windows на Android устройстве. Итак, начнем. Прежде чем приступать к процессу, давайте разберем, что для этого нужно. Вам понадобится USB флешка или карта памяти нужного размера. Накопитель будет отформатирован, так что прежде позаботьтесь о сохранении данных с него. Если вы будете использовать USB накопитель, вам потребуется OTG переходник для подключения его к телефону. Также перед началом процесса нужно зарядить телефон, так как процесс может занять довольно продолжительное время и достаточно энергозатратен. Ну и последнее, что нужно, это ISO-образ операционной системы. Скачать его можно с официального сайта Microsoft. Нужный образ должен находиться на телефоне. Для этого открываем любой браузер на смартфоне и ищем в поиске страницу с загрузкой образа операционной системы. Качать образ я бы рекомендовал вам только с официального сайта. Выбираем выпуск, подтвердить, указываем язык продукта и снова подтвердить. Далее нужно выбрать, в какой разрядности скачать образ. 32 или 64, после чего сразу же начнется скачивание образа. Ждем завершения загрузки. Как только образ будет загружен, можно приступать к созданию загрузочной флешки. Чтобы записать ISO-образ операционной системы, нужно скачать на телефон приложение ISO to USB. Это простое бесплатное приложение работает без root-prop. В описании нет четких указаний о том, какие образы поддерживаются. Но в отзывах говорят об успешной работе с Windows, Ubuntu и другими дистрибутивами Linux. Итак, подключаем флешку к Android и запускаем приложение. В приложении напротив пункта Pick USB Pendrive нажимаем кнопку Pick и указываем нашу флешку. И в пункте Pick ISO File тоже нажмите кнопку Pick. И укажите путь к образу ISO, который вы недавно скачали. По умолчанию он должен находиться в папке Downloads, загрузки. Если накопитель не пустой, установите здесь отметку для его форматирования. Теперь нажмите кнопку Start и дождитесь завершения создания загрузочного USB накопителя. Процесс создания флешки занимает довольно продолжительное время. По завершению процесса вы увидите следующую надпись USB Device Removed. Вот и все, загрузочная флешка создана. Теперь остается подключить ее к компьютеру и загрузиться с нее. Детальнее о том, как установить систему, у нас на канале есть отдельное видео, ссылка будет в описании. А если вы подключите записанный только что накопитель к работающей системе Windows, она сообщит о том, что с накопителем не все в порядке и предложит исправить это. Не исправляйте, флешка и так будет рабочая, и загрузка или установка с нее происходит успешно. Android форматирует накопитель непривычно для Windows, хотя использует поддерживаемую файловую систему FAT. Как видите, на флешке присутствуют все нужные компоненты, и можно запустить загрузку. Все работает. А при загрузке с флешки начнется установка.
А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!